Всем привет, ребят, с вами я, Егор. В 3D симулятор играем. Четвертый раз. Поедем на V10 по Крыму с поездом СПБ. Так, Севастополь. Таврия, номер 7. Вот так вот. Пошел, запускаемся. Внимание! Впереди красный. Ну что, выезжаем ко состав и прицепляемся. Хотя нам, наверное, откроют сигнал. Хотя нет, поехали. Краска у нас Рыдова, Крымская эффект. Зато вагончики от Grand Service Express.
Внимание! Впереди красный. Ждем команды группы тормозов. Собака не Реальная жизнь вроде бы на Крымске его здесь установили одно электроатак вагона. У нас тут есть электроатак. Вот, зеленый поставили. Так, а сюда ли я поехал? Закрою комбинированный экран.
станет строгим тормозом. Четвертый путь за этот мальчик. Авторы могли как-то постараться с помощью недвижимого трафика вот сюда поставить тепловоз. Это 70 РЖДшный, который притащил. Он доедет вот сюда, подъезжает, цепляется. Потом с другой стороны подъезжает электровоз. Вот так. Ну, тепловоз... Поезда больше 100 не имеют права ездить. Нет ограничений. Мало пассажиропотока. Хотя предусматривает вообще там скорость будет все перевести в некоторых местах. Но потому что мало пассажиропотока. Это не очень приятно. Потому что мне нет вопросов прекрасно видит. Да не знаю, не скачивать из пропорции. А что с вами закрыть не идет? Дети не понимают. Ссылка на сайт, где я скачал эту графику. Описание будет. Много там было прекрасное было здесь крыть много проводилось. Короче, идем на ВЛ 11. Машинист поезда номер 17 на 4 Южном, ответьте. Слушаю, машинист Семёрки на 4 пути Южного парка ВЛ 11 М405 пасечный.
маршрут отправления вам с 4-го пути Южного парка готов, маршрутный выходной открытый, отправляемся по графику. Я вас понял, маршрут отправления с 4-го пути Южного парка готов, маршрутный и выходной открыты, отправляемся на график. Верно, выполняйте, Джанкой, Огонян. Выполняю, машинист семерки пасечный. Зачем Александр озвучил машиниста? Потихо. Чех, потому что это чех. Посыти, пожалуйста, сделали ЧКД Прага. А ведь ЧС и... Вот они тут ездили, только украинские. Я таскали через Белгород. Ну, в Белгороде цепляли украинские линии. И Курск у нас нахрена было поездок, но не ушлись. Симферополь, Севастополь, Евпатория, Керчь. 9 назад, 10, 11, 12. Так, до 20 лет для распада Советского Союза. Вот это уже и РЖД появились. Кишило поездами все. Сейчас ночью там ПДС, в основном Москва-Белгород, Питер-Белгород, там Рубас-Белгород, вот это вот все. И два поезда на юг. Курск, Кисловодск, где половина вагонов, это от Москвы Кисловодск. И поезд Москва, вокзал 83. А, и еще днем эти ласточки скоростные. Так, надо сейчас отправлять уже. Давай тормоза пробуем отправлять. У него сокращенка с хвоста вагон отцепили, слышал? Слышал. Впереди зеленый.
седьмом, ответьте начальнику поезда. Слушаю, седьмой, пасечный электровоз ВЛ-11М-405. Начальник поезда Домойлов. Проверка радиосвязи, дайте обратный вызов. Я вас понял, слышу вас хорошо. Даю вам обратный вызов. Вызов прошел, спасибо. Понятно, вызов прошел. Спасибо. ДПТ на составе нет у нас. Номер маршрута 1885. А почему ЭПТ нет? Да нет, потому что не оборудован электровоз. Такой дали. Ну, понятно, электровоз не оборудован. Спасибо, счастливого пути. Спасибо, и вам счастливого пути.
Thank you.
что правительство будет делать.
разбирали. Thank you.
все, тормозился и вот уже бесплатно.
Слушаю, машинист поезда номер 7, следующего из Симферополя грузового в Симферополь, пасечный, электровоз ВЛ-11М-405. ЦСП Симферополя, далеко, мы подпрямо вам, готов для этого поезда, остановка, входной открыт, выходной закрыт, не напряжен. Понятно, принимайте на первый путь переемоотправочного парка с остановкой, маршрут приема готов, входной открыт, выходной закрыт, смена бригады. Я могу выполнять. Выполняю.
пожалуйста. Белый.
Впереди красный. Впереди красный. Ну вот, приехали вы. Наберите Котовское выходной открыт на первый путь. Всем пока.